Надпись на старшей речи. Избавление не в Долневде, но в наших сердцах, да славится Аэлерен. Зараза, дневника профессора давным-давно нет. Похоже, не только я о нем знаю. Надо осмотреться, может, здесь еще что-то есть. Следы ног, узкие и неглубокие. Кто-то небольшой и легкий. Может, женщина? Твою мать, след прервался. Интересно, тот, кто обобрал гробницу, нашел что-нибудь еще? Профессор мне в поисках не поможет. Больше я здесь ничего не узнаю. Посмотрим, что скажет карта Йен. Кстати, эпитафия тоже упоминала Аэлерен и Долневде, долину девяти. Место, отмеченное на карте, сейчас под водой. Джером был сыном Амору. Теперь Сансритур. Хотелось бы узнать. Наверное, это и есть долина девяти. Попробуй там осмотреться. Нечто, что активировало входной портал. Интересно, какие еще сюрпризы готовит это место. Пики, торчащие из земли. Это вот такое чувство юмора.
кто-то здесь перевязывал раны, должен быть поранился, пытаясь забраться наверх. Что ж, по крайней мере, встреча с пантерами он избежал. Конечно. Закрыто. В записях было про 4 выступающих камня. Надо их как-то нажать. Попробую достать их из арбалета. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Тот, кто был тут до меня, забрался на стену, чтобы обойти пантер. Интересное место. Кажется, оно такое не случайно. Надо бы осмотреться. А, впечатляет. Это просто украшение или... Непрошенный гость! Ты здесь не рады! Да-да, я уже понял. Thank you.
портал. Поищем следующий проход. Зараза, я вернулся к началу. Зараза, я вернулся к началу. Поищем следующий проход. Поищем следующий проход. Все статуи смотрят в одном направлении, в сторону нужного портала. Поищем следующий проход. Все статуи смотрят в одном направлении, в сторону нужного портала. Ищем следующий проход. Зараза, я вернулся к началу. Все статуи смотрят в одном направлении. Поищем следующий проход. Нужного портала.
ищем следующий проход. Человек был здесь не по своей воле. А так машина. Что с ней делать-то? Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике. Что ж, осталось выбрать вход. Июля, год 1102. Сегодня я начинаю величайший проект всей моей жизни, который важнее любого другого, поскольку касается лично меня и моего сына. 15 лет назад на меня напало чудовище, и жизнь мою спас ведьмак. Тогда я не догадывался, что за спасение мне придется заплатить судьбою собственного сына. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы умер, но не отдал бы сына ведьмакам. Но случилось то, что случилось. В день, когда Джерома забрали, я поклялся честью, что верну сына. Сегодня, после многих лет изысканий и подготовки, я создал машину, с помощью которой смогу изучать мутации. Если боги в милости своей меня не оставят, я придумаю, как обратить означенные мутации и вернуть Джерома к нормальной жизни. Значит, профессор не собирался усиливать мутации, он хотел от них избавиться. Интересно, у него получилось? И что это может дать мне? Наблюдение 22. Несмотря на введение избыточной дозы токсичных субстанций, объект не проявляет никаких симптомов передозировки. Полагаю, это также результат мутаций. Итак, малый успех. Благодаря этой мутации Джером лучше переносит яды. Наблюдение 30. Мутации начинают действовать не сразу.
Но и с течением времени они не усугубляются. Чтобы мутация прогрессировала, следует неустанно добавлять соответствующие мутагены. Объект переносит это не лучшим образом, но я смог сделать мутации менее инвазивными. Для этого к базе мутагена я добавляю белок мутировавших яиц скалопендроморфов. В стеклянном террариуме, кстати, их рост прекращается. Эти яйца сами по себе примечательные. После мутации от них начало исходить восхитительное сияние. Надеюсь, использование этих белков не вызовет серьезных побочных эффектов. Время покажет. Наблюдение 58. Порой неудача сама ведет к успеху. Я открыл метод преобразования одного типа мутагена в другой. Нужно лишь добавить некоторые ингредиенты. Это великий день для науки. Кроме того, после сегодняшней дозы мутагенов объект был на грани смерти. Однако затем он резко пришел в себя, а силы его восстановились. Разумеется, не в полной мере, но можно сказать, он вернулся к жизни. Трудно сказать, виновны ли в этом его мутации или это совпадение. Необходимо провести дальнейшие эксперименты. Годы экспериментов, исследований, жертв. И все впустую. Я не достиг искомой цели. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, вернуть его к нормальной жизни, лишь усугубляло мутации, увеличивало его скорость и силу, делало его еще более не человеком. Мой сын навсегда останется ведьмаком. Я потерпел поражение. Пора оставить это место и вернуться домой. К Лидии. Вдруг она все-таки примет меня. Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. Как мои мечты о возвращении сына. Значит, профессор хотел обратить мутации вспять, а вместо этого только усиливал их. Тем лучше для меня. Судя по записям, профессор пытался отменить действие ведьмачьих мутаций, но в результате лишь усилил их. Мутагенную базу он делал из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца. Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой. Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой.
появится. Нет смысла надевать полное. Что с ней делать-то? Лучше бы снять броню и оставить оружие. Пора проверить, а на меня мутагены профессора будут действовать так же, как на его сына?